И всем привет! С вами Росик Саднищий. Всем нищикам и богачам. Я не хочу дважды повторить слово привет. Такс. В этом видео расскажу о том, как я узнал о криптовалюте. Также мне интересно будет, как вы узнали. Я сейчас пытаюсь вспомнить, когда. Может быть, первый раз, когда я узнал, это есть такой компьютерный журнал Чип, который выписывал мой папа себе за 200 рублей, и там первый раз написали о биткоине, притом довольно рано. Возможно, это было первый раз, когда я узнал о биткоине. Не, я помню еще более смешную ситуацию. Это, наверное, 12 или 13, 14 год, я не помню какой. Когда? По-моему, зарплата вот тогда была 1030, может, чуть больше. И мне дали ответственное задание посчитать, сколько получится биткоинов купить, если поделить всю зарплату, прям всю зарплату потратить на них. Но тогда мы это не сделали, соответственно, ну, как бы, не помню уже почему. Ну, не сделали, да? Что еще? Я вспоминаю. А, я очень помню, когда по телевизору показывали, что то ли сеть эфириума была взломана, или там был какой-то хак. Когда, по-моему, это тогда, когда эфир классик появился, что-то такое. И тогда эфир упал. Это прям по новостям показывали. И я как будто, знаете, вот из зависти посмеялся над ним, да, над утерянным. А по-моему, родители сказали, вот, если он упал, то сейчас нужно покупать. Ну, конечно же, никто не купил. Теперь вспоминаем уже дальше, как будто вот в такие моментики уже, ну, упустим. Они еще были, но мы их упускаем. И это 17-й год, но биток не супер вырос, то есть он вырос, но не супер, то есть он еще не 17, он где-то 1003 долларов. Я говорю родителям, мне нужен 1 000 000 рублей. И не родителям, там другим родственникам, я не помню, ну вот что-то такое было. Нужен 1 000 000 рублей купить биткоин. А мне тогда, ну не так уж чтобы много лет. Вероятно, сейчас я посчитаю, 14, вы угораете, 14. Я прям целый день ходил, давайте купим биткоин, давайте купим биткоин. И при том, я вот тоже совершил некоторую ошибку. Мне сказали, а его можно купить там на 100 тысяч? Ну, или вот что-то подобное, на меньшую сумму, да? Я сказал, нет, надо вот покупать, вот тоже мне в голову вбилось. Ну, как-то один день его так походил. Не согласился на хороший вариант, да, просто купить на меньшую сумму. И биток потом вырос до 17 тысяч долларов. Но это зарегистрировалось на бирже в 17 году. На Эксмо. Но это ничего не дало, я ничего не купил. То есть, вот так вот это шло, все шло. Потом я помню, друг рассказывал в школе, что ему отдали долг битками. Притом на медвежьем рынке, то есть 19-й год, там, что-то такое. Он их продал, ну, как бы ему деньги нужны были. То есть, ему долг просто вернули, не в рублях, а в битках, да? И он сразу же их превратил в рубли, ну, что-то около того. Такие вот байки рассказывал. На информатике мы говорили о криптовалютах. Мы даже гуглили там байткоин. Прикиньте, это, ну то есть, на информатике что-то. Я помню, что мы о чем-то говорили про крипту. Все так он подкрался, 20-й год. И теперь расскажу, как я их купил. Это на РБК я тогда покупал акции, и каждый раз крутили биток. И когда он упал 20 марта, он быстрее восстановился, чем акции. И вот с тех пор я начал поглядывать за криптой. Потом в мае 2020 купил XRP по 12 центов, как помню. Или даже дешевле, то ли 9. Ну вот что-то около того. А как вы узнали о крипте? Расскажите, может, какие-то свои фомы истории. И блин, приятно вспомнить, вот так вот я посидел, повспоминал. И как будто я не ловлю фомы. Главное, знаете, или если вы ловите фомы, то вспоминать это в положительном ключе. Вот что я могу сделать сейчас, чтобы заработать в будущем, чтобы у меня в будущем не было фомы. Я вот могу вести вот этот YouTube-канал, сказать то, что по ссылке в описании вы сможете зарегистрироваться на биржах и получить вечную скидку на торговые комиссии, там. Это вам сэкономит много денег, потому что вы получаете скидку. Если вы без ссылки зарегируетесь, то вы будете без скидки. Ну, условно, да? Я могу стать популярным, давать рекламу.
на этом зарабатывать. Я могу стать популярным и рекламировать свои какие-то продукты, как мистер Бист. То есть вот так вот, да? Можно на самом деле чуть-чуть вот так сделать, пониже. Или... В общем, напишите в комментах, что куда. Поставьте лайк. Идите в мой ТГ. Я там вот, допустим, рассказываю, где я зарабатываю, где теряю, что делаю в крипте. Всем пок. С вами был Ростиксон. И да, я пока еще нищий. Но что будет потом?